Ух ты. 10 рублей Николая. Но не Николай точно. Где вы его взяли? Дети. Это внутри. Из квартиры нашей. Ну, это не настоящая десятка. Левандес, Левандус. 901, это даже не серебро. Бывает они еще и это, магнитный. Но в этот раз не магнитный. Мне там квартиры снимали, очень много монет. И дети несколько штук в интернете набирали. Говорит, папа, это продай нам компьютерку. Это не настоящий друг. Да? Да. Это ему цена 50 рублей. Продают. Обманывают людей. Стоило бы настоящий 50 тысяч. Да? Да. Она должна быть из золота. Они правильно или смотрели, говорят, папа, это 20-30 тысяч. Нет, не 20-30 тысяч, да, она стоит 50 тысяч настоящий. Это 10 рублей Николая II, 901 год. Ничего не испортишь от этого, от того, что она упала. А как им объяснить детям тебе? Скажи, что... Другой раз можно. Да, да. А как это определяется, настоящий, не настоящий, как это определяется? Когда я такие монеты вижу, сразу у меня мурашки идут, знаешь, тело красным покрывается. Аллергия, короче, у меня на них. Что-нибудь скажи, чтобы я им объяснил. Ну все, не настоящий, друг, ну смотри, ну как тебе объяснить? Должна быть из золота эта монета. Николай должен быть немножко другой, он посимпатичнее, чем здесь. Понимаете, он должен быть потоньше. Да. Ну, короче, вообще все должно быть по-другому. Здесь все не так, как должно быть. Объясните, это тяжелые случаи. Вот там настоящий, посмотри на этой.